Здесь мне задают вопрос, будет ли отказ от профессиональных политиков в парламенте, что якобы это предлагает Саакашвили. Я, честно говоря, не слышал о такого, что такого Саакашвили сказал. Еще раз хочу сказать свою позицию. Нам не нужно ничего выдумывать. Политическая модель управления в мире давно придумана, уже сотни лет. И очень успешно работает под последние 50 лет, можно проанализировать ведущие страны мира. А в ведущих странах мира депутаты – это профессиональные политики. Они получают зарплату из бюджета. Там не бывает. Прибежал на 2 часа – убежал. Это вы свою судьбу. Представьте, что хирург, он был бы какой-нибудь случайный. Он, допустим, бабочек там, за бабочками охотился, на лошади ездил. Иногда приезжал, на 1 час занимался операциями. Вы хотите такого хирурга? Вы, наверное, понимаете, что тогда ваша жизнь ничего не стоит. Так и профессиональный политик, он должен представлять народ, он должен день и ночь думать только об этом, только этим заниматься. Он не может наскоку прискакал, убежал и все, и вот он принял законы. Неправильные законы, неправильная работа правительства приведет к плохим последствиям для вашей жизни. Это должны быть профессиональные политики, которые тщательно изучают каждый вопрос, и вы действительно им доверяете свою жизнь и жизнь своей страны. Это должны быть профессиональные депутаты. Здесь мне задают вопрос, должно ли быть депутата образования, там еще что-то, должен ли он тот язык знать или этот язык. Вы поймите, это не должен определять типа человек, типа Назарбаева. Вот я сейчас с языка начну. Кто-то говорит, вот депутат должен быть только казах. Или депутат должен обязательно владеть казахским языком. Или депутат должен быть еще кем-то. Бэтменом, да? Нет, депутат должен быть просто человеком. И сами люди на выборах определят. Если у него нет образования, ну какой же он там будет депутат? Он нет образования, значит он будет неквалифицированный человек. Ну почему я должен за него голосовать? Не будет голосовать. Если, например, люди решат, что человек не знает казахского языка, и для них это является важным фактором, они за него не проголосуют. Не кто-то, как Назарбаев, там комиссию подставную создает, сидят люди, нужных людей, которые не владеют казахским языком, пропускает. Вот Гани Касымов, он же не владеет казахским языком, хорошо. Он прошел, сдал комиссию. А были люди, которые владеют казахским языком, их не пропустили. Так не должно быть. Это люди сами должны определять. Образования нет у этого депутата? Нет, нам такой депутат не нужен, он хороший закон не примет. Еще какие-то качества не обладает? Нет, нам он нас не устраивает. Люди сами определят, какой им депутат нужен.